Отравили рыбу? Это вопрос от Ольги Нафиковой. Она прислала в редакцию фотографии мертвой рыбы в мутном водоеме. Телезрительница рассказывает в письме, что каждую весну она вместе с отцом выезжает порыбачить к небольшому озеру, недалеко от Левашовского ручья. То, что Ольга увидела в этот раз, ее напугало. Рыба всплыла, и вода помутнела. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в Министерство экологии, был проведен анализ воды. Также обратились в Государственную инспекцию отдела надзора и охраны воды и биологических ресурсов. По поводу гибели рыбы породы карась в водоеме, который находится в районе Левашовка, могу сказать следующее, что мое мнение, это был естественный зимний замор, так как доступ кислорода в водоем отсутствует, проточности нету. Во время зимы подо льдом происходит гниение растительности, потребление кислорода, и из-за этого гибнет рыба. При проведении анализов стерлитаматской УГАК критических превышений, которые могли бы вызвать гибель рыбы, в этом водоеме не выявлено. Ольга Нафикова может получить деньги. Стерлитамакское телевидение ежемесячно оплачивает работу внештатных корреспондентов, которые присылают интересные информационные поводы, фото и видео. За лучший материал внимательный горожанин может получить от 500 до 1500 рублей. Присылайте письма на почту stv-info@sobakabk.ru.